Всем, кто уже подключился в наш чатик, хочу сказать доброго времени суток, так как нас могут смотреть не только, как говорится, по московскому времени. Хочу со всеми поздороваться и получить ваши слова здорования в ответ. Пишите, пожалуйста, любые приветственные сообщения в чатик, это будет такой легкой проверкой, что меня слышно, видно, и мы можем потихоньку приступать к нашему демо-занятию курса «Рекомендательные системы». Поздоровайтесь, чатик, а я пока начну рассказывать о том, что сегодня вас непосредственно ждет. Сегодня мы будем разговаривать... О, Сергей, спасибо большое, привет и тебе. Итак, сегодня будем разговаривать на тему методы сегментации в рекомендациях. Сегодня нас ждет с вами около 60-90 минут увлекательного демо-занятия и такого практически пробы пера, каково это заниматься на курсе рекомендательных систем. Ну и в рамках этого наш сегодняшний спикер приготовил для вас целую тему, которую мы сегодня и раскроем. Мирмат, привет тоже тебе большое. Все, кто к нам присоединяются в процессе моего спича, тоже можете писать любые приветственные сообщения в чатик. Ну, как минимум, это вежливость. А пока начну рассказывать о том, что вас сегодня ждет и в каком режиме мы с вами будем стартовать. Меня зовут Денис, фамилия моя Козлов. Сегодня я выступаю в роли некого ведущего, модератора, человека, который появится перед вами несколько раз. Помимо того, что сейчас я зачинаю наше демо-занятие, я еще к вам появлюсь с информацией непосредственно про сам курс, в рамках которого проходит данное демо-занятие. Ну и ближе к завершению вы меня увидите с подарком. Я вообще люблю раздавать подарки, и сегодня, собственно, не исключение. На демо-занятиях уж то-что, а подарки я люблю. Более того, сделаю маленький спойлер, ближе к концу сообщу не просто о подарке, а о очень кратковременном предложении с очень хорошей скидкой, которую сегодня я подарю ближе к завершению. Но, честно говоря, такого у нас еще, ну, наверное, в таком объеме не было. В общем, дождитесь финала нашего сегодняшнего демо-занятия. Поверьте, вам точно будет интересно. Ну, а пока немножко про правила самого вебинара. Главный вопрос, на который, конечно же, стоит ответить вначале, будет ли запись? Запись будет, она ведется прямо сейчас, и вы ее получите на почту, по которой регистрировались на данное демо-занятие. Поэтому не переживайте, если в какой-то момент вы отключитесь, вдруг пропадет интернет, выключится электричество, вдруг внезапно за окном пойдет град, изменится артериальное давление. Неважно, в любом случае, вы досмотрите это демо-занятие до конца. Но все-таки максимально эффективно провести это демо-занятие нам поможет ваше личное присутствие, потому что любой обучающий вебинар будет полезнее, если вы будете в нем участвовать не только как зрители, но и как активные слушатели, это называется, те люди, которые задают вопросы в чат. Не стесняйтесь задавать вопросы, обращайтесь к нашему сегодняшнему спикеру, даже если вопрос вам кажется как будто бы банальным, не переживайте, наша задача сегодня ответить на, если не все, то большую часть ваших вопросов уж точно. А мы для этого приложим все усилия. Перед этим хотелось бы познакомиться с теми, кто уже присоединился. Попрошу ответить вас на два вопроса. Один для меня, один для вас самих. Первый вопрос звучит следующим образом. Вы как вообще с IT? Если никак, вы вообще не в IT-индустрии, так и напишите по-честному, ничего в этом нет такого. Будет здорово узнать, что у нас новички тоже пришли на демо-занятия. Если вы уже работаете в IT, напишите, на какой должности, кем вы работаете, и если это не секрет или какая-то конфиденциальная информация, можете даже написать, где вы работаете на этой должности. Нам будет интересно, откуда вы пришли к нам на демо-занятия. А вот на второй вопрос вам нужно ответить для самих себя. Чтобы получить максимальную пользу от этого демо-занятия, я попрошу вас написать, а какую цель вы вообще ставите сегодня на это демо-занятие? Зачем вы сегодня пришли? Это нужно не мне, честно говоря, это нужно больше вам. Напишите, какая цель вас преследует сегодня на данном демо-занятии, а потом в конце сможете провести рефлексию и проверить, какие из целей, которые вы перед собой поставили, сегодня получили свое воплощение. Будет здорово. Пишите, какие цели у вас на сегодняшнее занятие и какой у вас уровень знаний в IT, где вы работаете, кем или вообще не работаете в IT. Все это я почитаю в чатике чуть позже, после того, как познакомлю вас с нами, с Otus, в рамках которых и проходит данное демо-занятие.
Судя по тематике нашего сегодняшнего демо-занятия, вы, конечно же, понимаете, что мы неразрывно связаны в мире, с миром IT. Мы создаем авторские курсы, на них мы ждем самых разных IT-специалистов, как для начинающих, так и уже для профессионалов уровня сеньор и лид. У Otus, конечно же, есть образовательная лицензия, и так как у Otus все официально, вы также официально после обучения сможете получить налоговый вычет, что, как по мне, является хорошей скидкой какой-либо из курсов. Помимо всего прочего, вы получаете в завершении обучения на любом из наших курсов либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профпереподготовке. Тут зависит все от того, какой курс непосредственно вы выберете. В общей сложности у нас 8 направлений курсов. Мы выделяем среди них программирование, инфраструктуру, тестирование, анализ и аналитику, а также Data Science, управление геймдев и информационную безопасность. В общей сложности у нас уже более 130 курсов, а потом мы посчитали, прибавили к ним еще авторские курсы, которые мы создали вместе с нашими партнерами, и насчитали аж больше 170 курсов, которые мы в свое время запускали или продолжаем запускать для и джуниоров, и мидлов, и сеньоров, и даже лидов уровня специалистов. Более 600 преподавателей прямо сейчас трудятся на благо почти 40 тысяч учеников, которые кто-то из них уже выпустился, кто-то из них в процессе обучения. 7 лет мы занимаемся этим делом, а в наших IT-сообществах состоит уже более 500 000 человек. Войти в эти сообщества бесплатно, польза неоценима. Вы можете там брать информацию или делиться ей, задавать вопросы или просто делиться материалами. В любом случае вам это будет полезно, даже если вы на самых первых начинающих ступенях в IT-специальности. Сейчас мы перейдем к главной и основной теме, и я начну приглашать спикера сегодняшней темы метода сегментации в рекомендациях. Сегодня вместе с нами Елена Поднеева, и ее я приглашаю к нам. Елена, сейчас подключу. А, все, Елена уже здесь. Чудесно. Да, я уже здесь. Привет всем. Денис, спасибо за красочное и мотивационное, и максимально энергичное вступление. Мне кажется, это прекрасный заряд для нашего сегодняшнего времяпрепровождения. Вот, я искренне надеюсь, что смогу поддержать этот позитивный настрой и максимально интересно рассказать свою часть. Я отдаю тебе демонстрацию, и все бразды тебе. Да, я сейчас заберу бразды правления. Подключаю презентацию и очень надеюсь, что ее видно. Чудесно. Это прекрасно. Ну что ж, меня зовут Лена, официально Елена Позднеева, и в текущий момент я тимлид Data Scientist компании Мегатех. Ну или Мегафон, как обычно людям приятнее и привычнее эту компанию называть. Человек я, который вышел из мехмата МГУ имени Ломоносова, это значит, что я люблю математику и стараюсь применять ее во всех аспектах своей жизни. И, наверное, отчасти поэтому, потому что я люблю математику, и меня научили ее понимать и доносить до других, я, собственно, являюсь преподавателем в ОБУСе по курсу рекомендательной системы. Ну, из интересных фактов, я еще преподаю математику для деток, малый мехмат, также в МГУ. Вот, поэтому, если у вас есть школьники 5-8 класса, не стесняйтесь об этом сказать. Может быть, я вам даже что-то полезное расскажу сегодня не только для вас, но и для ваших деток. Но это все лирика. Можно перейти к опыту моей промышленной разработки, это уже что-то более серьезное. Промышленной разработкой с точки зрения Data Science я занимаюсь с момента выпуска из университета, но сейчас это 5 лет. Я успела поработать в банках, в красных, зеленых, понабраться там опыта и, собственно, наверное, накопив все необходимые знания, прийти в Мегатех и вести команду разработчиков. Чем я занимаюсь? Просто я помогаю бизнесу находить персональный подход к клиентам. Ну и если вы, например, спросите, что это значит в контексте моей работы, все просто.
мы составляем тарифы для того, чтобы вам было максимально приятно пользоваться нашей мобильной связью. Может быть, вы скажете, что что-то не получается. Не переживайте, мы над этим работаем. Ну и, собственно, кто я здесь? Я преподаватель курса Rexis. И конкретно я буду отвечать за первый модуль. Он называется «От классического email к персонализации». Если вы уже знакомились с программой нашего курса, вы могли заметить, что этот модуль состоит из нескольких тем. Первая часть вводная, ее будет читать руководитель нашего курса, но остальные прочитаю я. Про себя я, наверное, рассказала, и теперь перейду к маршруту нашего сегодняшнего занятия. О чем я хотела рассказать? В общих чертах о том, с чем мы с вами встретимся в модуле. Без особо глубокой математики, без страшных вещей, сложных производных интегралов и прочих умных слов. Но не то, чтобы вас не отпугнуть, нам нужно понять интересность темы, которая встречает вас на курсе рекомендательной системы. Почему я об этом говорю, про интересность темы? Потому что когда человек приходит на курс рекомендательных систем, скорее всего, он ожидает, что здесь сейчас расскажут про, не знаю, BERT, FOREC, про расчет метрик, NDCG и так далее, и так далее. Да, это все правда, про крутые методы, нейросети, графы, об этом всем вам расскажут. Но секрет. На практике сложные, крутые методы не всегда необходимы. У бизнеса есть большое количество задач, которые можно эффективно решить, зная SQL, и не более того. Зная основы Python, и не более того. Обладая просто каким-то бизнесовым мышлением, ну а также классическим знанием классического ML, можно решить необходимые для бизнеса задачи. И, собственно, сегодня я подсвечу некоторые темы, которые максимально просто помогут решить необходимые бизнесу задачи. Сначала рассмотрим эвристические подходы. Ну, это что-то самое простое. Это простые фильтры на SQL, это какие-то бизнес-правила без применения каких-то подходов машинного обучения даже. Вторая часть – это простые подходы к классическому машинному обучению, а, собственно, модели look-alike и uplift моделирования. Ну, потом я немного отойду попить водички, отдохнуть, снова передам слово нашему прекрасному ведущему и вернусь к вам с демонстрацией. Ну и, как видите, пятым пунктом у нас прописана классная вещь, которая называется бонусы. Вот, пожалуйста, не расходитесь, кажется, там ожидает конфетка. Ну и теперь к делу. Цели. Что нам обязательно надо достичь под конец сегодняшнего занятия? Научиться формулировать задачу рекомендации для какого-то конкретного кейса. Пришел бизнес, и мы должны сориентироваться, в чем же задача. Второй пункт. Научиться выбирать подходящий под ситуацию метод построения рекомендаций и, собственно, понимать, можно это решить просто или нужно идти в дебри глубокого обучения. И предлагаю научиться решать задачи рекомендации методом классического email. Поверьте, это просто и доступно каждому, кто пришел сегодня к нам на занятие. Итак, эвристика. Это слово я буду повторять очень часто, потому что это какое-то магическое слово. И да, мы в мегафоне очень многие задачи решаем с помощью эвристик. Что поделать? Работает. Но давайте немного формальностей. Вот персонализация, сегментация. Что же это все такое? Персонализация, ну, можно даже сам сформулировать для себя, что это такое. Это процесс адаптации продукта, услуг, контента, независимо от того, с чем вы работаете, для удовлетворения индивидуальной потребности и предпочтения пользователей. Да? Ну, тут, наверное, все понятно. Если вы берете интернет-магазин, вам нужно каждому клиенту формировать какую-то персональную подборку. Зачем?
Ну, чтобы клиенту было приятно, да. Согласитесь, когда он приходит на сайт, он видит сразу то, что ему нужно, такой, о, круто, и покупает. Конечно, вы тем самым растите свои бизнесовые метрики. Все компании разные замеряют метрики. Это могут быть финансовые показатели, конверсия, покрытие, удовлетворенность клиента. Сколько компаний, столько метрик. И эвристическая сегментация в этом контексте – это подход к разделению пользователей на какие-то группы. Что здесь имеется в виду? Что, возможно, у вас есть люди, которым интересны котики, и вы будете предлагать им товары для котиков, а есть те, кому животные вообще не интересны, они люди серьезные, и будут покупать исключительно технику. Вот, и ваша задача разделить всю вашу базу на какие-то там особые сегменты и ходить к ним с персональными предложениями, те, которые, скорее всего, будут им интересны. Ну и вот этот пример сейчас про котиков и технику, которую я провела, на самом деле решается очень просто. Вы на основе имеющихся данных, используя SQL, Python, пишите фильтры и формируете людей из людей группы. Все круто, и к ним ходите с персональным предложением. Вот такая замечательная простая эвристика имеет место быть. Что хорошо? Ну, да, это просто. Потому что написать фильтр, развести на две группы, это и правда просто и быстро. Потому что если бизнес пришел с запросом, вы, грубо говоря, за час-два сможете написать необходимый скриптец и ответить на запрос. Интерпретируемость здесь тоже очевидна, потому что каждый фильтр, каждая строчка в SQL-запросе тоже несет какой-то смысл в себе. И практическая применимость тоже отсюда вытекает. Все это сразу выходит на практику, и не строятся никакие воздушные замки, которые очень сложно реализовать. Минусы есть, и они тоже очень легко выводятся. Это, конечно, ограниченная точность, потому что вы можете среди любителей котиков, ну вот, просто чего-то не учесть. Может быть, не нужно основываться на том, что они любят котиков, а у них на самом деле какая-то другая потребность. Здесь очень легко допустить ошибку. Субъективность. Ну, сколько людей, столько и мнений. Бизнес-заказчик может обладать большим опытом. Он может быть новичком. И у каждого свой взгляд. И невозможно учесть сложные зависимости, о чем я говорю, что каких-то данных у вас может не быть. Может быть, для построения качественного сегмента вам необходимо сочетание каких-то признаков, и вот только в этом случае вы сможете подобрать качественный сегмент. А одного фильтра про любителей котиков окажется недостаточно. Поэтому можно выбирать эвристическую сегментацию тогда, когда вы четко понимаете, на какие группы можно разбить своих клиентов. Вот, в принципе, на этом можно было бы и закончить, потому что уже понятно, как проводить эвристическую сегментацию и выдавать персональные предложения клиентам, но нет, у меня есть слайды и время тоже есть. Я решила привести пример для того, чтобы немного разгрузиться, персональных рекомендаций, которые сама получала. Очевидный вариант – это рекомендации фильмов. Ну, просто для примера, на самом деле ничего здесь особого нет. Повеселил у меня на день рождения смс-ка от аптеки. Я вроде как еще молодая, но мне решили положить бонусы на карту и простимулировать что-нибудь купить. Вот, был лишний повод взгрустнуть на день рождения. Ну, персонализация иногда, она такая, направлена на получение выгоды. Что поделать? Персонализированные новостные ленты в соцсетях. Сейчас мы, конечно, все в соцсетях сидим. Ну вот лично мне приятно, когда алгоритмы работают хорошо и предлагают контекст, который в душу ложится. Я уже упоминала, что я училась в МГУ, вот, и вот получаю я, значит, ВКонтакте рекомендацию про физический факультет.
про успешную подготовку. Конечно, я к этому имею отношение, как некоторое, очень приятно. Встречаются и казусы, конечно. Я девочка, и в одном известном интернет-магазине покупаю краски, заколки, резиночки для волос. Но вот однажды мне почему-то предложили мужские носки из хлопка. Вот как они это решили, не знаю. Возможно, они подумали, что у меня молодой человек захотел купить носки. Но вот весь мир рекомендательных систем как на ладони. И, кстати, один из слушателей наших сегодня работает в 36,6. Да. Большое вам спасибо. Я, кажется, те 100 бонусов все-таки потратила правильно. Отвлеклись. Давайте снова вернемся к немного формальным вещам. Какие методы существуют в эвристических подходах? То, что я раньше минут 5 назад говорила про котиков и технические подходы, ну, с помощью SQL-ных запросов, это можно отнести к поведенческой сегментации, географической, психографической, демографической. То есть мы просто на основе каких-то признаков наших пользователей формируем сегменты. Ну, географическая сегментация тоже классно работает, да, то есть если у вас в компании есть данные по геолокации, ну, они у нас сейчас, наверное, есть практически во всех компаниях, вы можете отслеживать передвижение пользователей, можете смотреть, где он больше всего покупок совершает. Может быть, даже можете отследить путь вашего пользователя от дома до работы, да, и понимать, что если он по пути сначала зашел в магазин с виноградным соком, а потом зашел за цветами, вы, может, ему, знаете, сразу приглашение в аптеку на 36,6 закинете, вот, и у вас сразу дополнительный пользователь или дополнительная покупка случится. Вот, это я к тому, что географическая сегментация вещь классная. Если она у вас есть, пожалуйста, используйте. И следующий момент, чуть более душный, но аккуратный и работающий. Он называется RFM-анализ, и в различных вариациях он встречается, наверное, везде. Потому что где бы я с задачами не сталкивалась, какая-то его вариация, какое-то усложнение, оно всегда встречалось. О чем я говорю? RFM-анализ, ну, как на слайде представлено, является аббревиатурой из трех слов. Recency – давность, frequency – частота и monitoring – деньги. Кто эти показатели? Представьте, что снова вы интернет-магазин, и по каждому пользователю вы можете видеть дату совершения покупки. Ну и, конечно, вы знаете стоимость покупки. На этих данных вы можете посчитать три показателя, собственно, recency, когда пользователь последний раз совершил покупку. Из этого вы можете делать вывод. Если это было недавно, ну, значит, клиенту интересно. Если это было давно, там, год назад клиент покупку совершал, ну, наверное, вы представляете для него не особый интерес, и в обратную сторону тоже работает. Frequency – как часто пользователь совершает покупку? Ну, конечно, я могу раз в год сделать, а кто-то там каждую неделю совершает транзакции. Какой из этих пользователей для вас полезнее? Ну, делайте вывод для себя. И monetary – деньги, ну, фактически то, сколько в деньгах ваш пользователь потратил за определенный период. Все, вот три показателя, которые, кажется, что можно собрать на данных любой компании. И какие-то выводы из этого сделать. Какие и каким способом? Представьте, что каждый из этих показателей мы можем разбить на три группы. Давайте про давность покупки подумаем. То есть кто-то мог совершать покупку недавно, кто-то в средней давности и кто-то очень давно. Вот, взяли
и разделили наших клиентов на три такие группы. Три я на самом деле сейчас тоже этот показатель условно привела. Количество этих групп вы можете экспертно увеличить или сократить. Аналогично на три группы мы можем разделить пользователей по частоте покупок, кто делает это часто, средненько, ну или очень редко. И по сумме, кто тратит денег много, кто тратит совсем немножко, ну и среднячков. И теперь вопрос в зал. Пожалуйста, в чатике напишите ответ на вопрос, который я еще не задала. Сколько сегментов мы можем собрать вот из этих групп? Да? То есть понимаем, что у нас в одном показателе три группы, во втором показателе три, в третьем показателе тоже три группы. Сколько будет сегментов? Замечательно, мы умножили 3 на 3 на 3 и получили 27. Да. Ответ из зала 27, это верный ответ, ну, получились 27 сегментов. Как же эти сегменты расшифровываются? Можно из них каждый расписать, и каждый как-то проанализировать. Но этим мы, конечно, с вами сегодня заниматься не будем. И более того, это на самом деле вопрос на стыке общения разработчика, в данном случае меня, и бизнес-заказчика, интерес которого я хочу удовлетворить. Мы рассмотрим самые простые. Что такое сегмент 1.1.1? Это те, кто совершал покупку недавно, делает это часто, регулярно, ну и денег тратит много. Это значит, что это просто самый активный клиент, который готов регулярно покупать и генерирует нам огромную прибыль. Конечно, он для нас самый ценный. Что мы хотим для него делать? Ну, в принципе, он и так лоялен к нам. А нужно ли его как-то стимулировать? Наверное, тоже нет. Возможно, нам для работы с ним достаточно каких-то, ну, таких периодических предложений на день рождения. Вот. Это сохраняет лояльность, и все довольны. Есть обратный пример. Например, сегмент 333. Это тот, кто делает что-то один раз, давно, на маленькую сумму. Возможно, он даже случайно к нам залетел. Интересен нам такой? Ну, скорее всего, тоже нет, да, потому что он никакого целевого интереса особо не проявил. Может быть, он попробовал, мы ему вообще не понравились. Хотим ли мы тратить на него деньги и усилия? Ну, скорее нет. Однако у вашей компании может быть стратегия на раскачивание вот таких слабых клиентов и привлечение новой базы. Есть, конечно, средние клиенты, какие-то мигающие, в данном случае я их назвала пассивными, которые, ну, грубо говоря, не определились, да? Они могут и в отток уйти, они могут и повысить активность. И вот с такими искусство бизнеса правильно общаться. И наша задача помочь, то есть предоставить вот эти вот сегменты РФМ-анализа, на основе которых бизнес сможет сформулировать стратегию общения. СМС-ками, звонками ходить, там, или какие-то скидки предлагать. Но мы как инструмент сегментацию предоставили, бизнес решил, свою потребность закрыл, и каждый свою задачу выполнил. Это очень простой вариант РФМ-анализа по трем сегментам. И, как я уже сказала, в зависимости от потребностей и вашей творческой энергии можно тестировать различные подходы, добавлять еще больше сегментов, признаков. Делайте все, что хотите, не испортите. И да, РФМ-анализ на моей текущей работе сейчас применяется. С эвристиками закончили. Еще более подробно на семинарах мы эту тематику разберем. А пока хочу войти слегка в лукалайк моделирование, коснуться небольших аспектов машинного обучения, которые тоже подробнее будут рассмотрены на наших занятиях. Допустим, наша задача – продать как можно больше слонов. Как мы это можем сделать? Ну, с помощью эвристик. Вау! Подобрать аудиторию экспертно. Как? Ну, наверное, слоны нужны зоопаркам.
а возможно, тем, кто уже покупал других крупных животных, может быть, это были жирафы или еще кто-то. Ну, хорошо, вариант рабочий. Можем попродавать. Но можно посмотреть иначе. А что, если мы будем продвигать наше предложение среди тех, у кого есть просто наибольшая вероятность его купить? Да? То есть если мы как-то сходили экспертно в зоопарк, может быть, им не нужен слон, может быть, у них уже есть достаток в слонах. Получается, что им слон не нужен, а мы им пытались продать, ресурс потратили, время потратили, слона не продали. Что если у нас в истории уже есть информация о том, что кому-то мы слонов продавали? Значит, нужно этим пользоваться. И на основе портретов, паттернов поведения вот этих покупателей в прошлом искать похожих аудиторий, похожие аудитории сейчас или в будущем. То есть ищем в прошлом какие-то сегменты и look и like похожим ищем сейчас или потом. Вот, собственно, простая характеристика того, что такое look-alike моделирование. Где используется? Да везде. Маркетинг, реклама, там таргетированная реклама вас везде встретит, потому что вы увидят, что вы похожи вот на того человека, который ювелирные украшения покупает регулярно. Финансовые услуги, банки очень любят look-alike моделирование. Игровая индустрия, электронная коммерция, медиа, развлечения, образование. Здравствуйте, онлайн-курсы, мы пришли к вам. Это тоже все на эту тему. Примеров не счесть, и возможности к реализации методов look-alike на практике тоже множество. Если говорить формально, сейчас очень поверхностно, ну а потом рассмотрим подробнее. Это я вас так приглашаю на свой модуль. Обещаю, будет интересно, местами сложно, потому что машинное обучение я люблю. А сегодня мы с вами просто формализацию коснемся следующим образом, что по каждому вашему пользователю, потенциальному клиенту, у вас есть какое-то множество признаков X. Вот. И каждый какой-то из этих признаков может быть важен, может быть не важен. У каждого пользователя эти веса признаков отличаются. Если мы вот этот вот вектор весов помножим на наше пространство признаков, мы сможем получить какой-то ответ на основе вот этих вот признаков. Слона у нас купили единичка или не купили нолик. Отсюда как бы выходит формальная постановка задачи, что у нас есть метка 0 или единица, факт покупки слона, входные данные, признаки и веса. Вот, собственно, чтобы найти вот эти все связки, веса и надо найти. Что значит найти веса? Ну, в машинном обучении это обучение модели. Обучение модели состоит из нескольких этапов. Но сейчас, наверное, важен один, что после того, как мы модель машинного обучения обучили, ее нужно будет запустить на новых объектах. Какой здесь смысл, что мы взяли данные уже известные, так называемые ретро, на них поймали все необходимые паттерны, модель их запомнила, как-то там себя преобразовала, и, используя вот эти знания, мы запускаем обученную модель на новых объектах. Все. И, собственно, таким образом находим сегменты пользователей, похожих на тех, о которых мы что-то знаем в прошлом. Встречаются, конечно, интересные кейсы. Вот, например, в чате есть вопрос. А если слоны ранее были модными, а сейчас нет? Сегмент похожих клиентов пропал. Как тогда? Это хороший вопрос. Мы его тоже подробно коснемся. Здесь речь идет о том, что таргет, вот эта вот метка, интерес пользователей, признаки меняются во времени. Есть разные способы полечить эти проблемы. То есть, с одной стороны, мы можем корректировать таргет, то есть потребность в слонах.
Может быть, нам уже вообще не имеет смысла со слонами ходить, а может быть, просто тех, кто интересуется слонами, стало меньше. Тогда нужно переобучить модельку. Либо изменился характер поведения наших клиентов, или изменилась экономика. То есть вот это вот множество признаков, которые мы учитывали раньше, ну, оно каким-то образом сильно преобразовалось. Это значит, что нам снова нужно переобучить модельку. И вот такие вот итерации, они, кстати, часто встречаются, потому что, как вы знаете, наша экономика меняется так быстро, что порой мы за ней даже не успеваем. Как метод решения задачи лукалайк, я вот сейчас вот подсвечиваю только дерево решений. Потом мы с вами, конечно, рассмотрим сильно больше методов. Вот. Но дерево решений – просто самый простой подход, который можно построить даже на листочке, не обладая какими-то крутыми знаниями. Например, что возраст у пользователей может быть молодым, средним или пожилым. И мы понимаем, что на истории знаем, что средние и пожилые могут купить и могут не купить. Но здесь, например, средние покупают, пожилые не покупают. А вот если молодые, то с ними не все так однозначно. Нужно сначала посмотреть на их доход, высокий или средний. И вот молодые с высоким доходом покупают, а молодые со средним, молодые со средним покупают, молодые с высоким не покупают. Вот. Такие простые деревья решений строятся. Мы с вами, кстати, сегодня его построим. И помогают принять решение. Чем такие методы хороши? Ну, они интерпретируемы. Как видите, если запустить машинное обучение методом дерева решений, то у вас построится вот такая диаграмма, и вы ее сможете прочитать и понять, по какому пути прошла покупка слона. Также есть параметры, которые характеризуют наше дерево. Но для сегодня, наверное, это сложно, и об этом мы поговорим фактически на самом уроке. В чате есть вопрос. Владимир спрашивает, откуда берут признаки людей, которые не купили продукт, если есть данные только клиентов, которые купили? Вы сейчас говорите про проблему холодного старта. Эта тема касается детального рассмотрения на одном из занятий. Вероника будет об этом рассказывать, это руководитель нашего курса. Есть специальные методы к решению проблемы холодного старта, но в задачах классического машинного обучения это, конечно, проблема. Если говорить верхнеуровнево, то здесь мы будем ходить на таких пользователей сначала или рандомно, или по каким-то бизнес-правилам, или по каким-то уже ранее обученным моделям, и дообучать их. Либо будем искать похожих на этих пользователей. Очень широкая тема, очень творческие подходы. Обещаю, это будет рассмотрено. И коснусь, наверное, самой своей любимой темы, очень бегло, аплифт-моделирование. Почему я ее люблю? Она сложнее всех прошлых подходов, о которых я рассказала, и наиболее точно подсказывает нам, кто же из вот этого множества людей те самые целевые, к которым стоит сходить с предложением покупки слонов. Итак, есть люди, есть магазин по продаже слонов, и какие-то из этих людей пришли за слоном сами. Ну, то есть мы им не звонили, рекламу не показывали, им просто нужны слоны, и они за ним пришли. То есть это так называемые самоходы, органический поток. Но есть и те, на которых повлияла коммуникация. Вот прям вот
так хорошо на них коммуникация сработала, что они пришли и решили купить слона. Он им как бы даже и не нужен был. И в то же время кто-то из них купил, кто-то не купил. Предлагаю закодировать вот эти вот поведения ноликами и единичками. То есть у нас какие ситуации могли получиться, что коммуникации не было, и человек не купил слона. Все по нулям. Коммуникации не было, и человек купил слона. Это кто такой? Это тот самый самоход. Потому что ему нужно было. Коммуникация была, но он не купил. Вот это интересно. То есть либо он просто профильтровал нашу коммуникацию, либо она его даже отпугнула. Ну и самые зелененькие, кто купил, коммуникация была. Где здесь спрятан аплифт? Вот представьте, что среди зелененьких есть и те, кто купил, потому что на них позвонили, им позвонили, их убедили, на них потратили свое время. И те, кто приобрел сам. То есть мы ему позвонили, мы на него потратили время, но зачем мы это сделали, если он все равно сам бы пришел за слоном? То есть мы ресурс нашего звонящего человека, нашего оператора, потратили на пользователя, который сам бы пришел, который сам бы купил. То есть мы потратили лишнее время и лишнюю ресурсную единицу. Вот аплифт моделирования позволяет такие ситуации исключить. То есть мы с помощью аплифта находим тех, кто купит только при условии коммуникации. И вот решение этих задач очень широкое. Существует большое количество фреймворков, подходов. Математики здесь тоже очень много. И методика эта очень эффективная. Вот. Поэтому если вы у себя на практике запускаете какие-то компании, советую использовать аплифт моделирования. А здесь связь с лук-алайк моделированием. Ну, наверное, тоже не будем на этом основываться. Просто упомяну о том, что аплифт является комбинацией двух слагаемых. Одно слагаемое – это lookalike, то, о чем мы говорили, которое характеризует самоходов, и response. Response – это слагаемое, которое отвечает именно за отклик на коммуникацию. Собственно, чтобы найти чистый эффект, нужно найти разницу двух этих слагаемых. И я, наверное, готова уже подвести выводы теоретической части. Вы пока можете формулировать вопросы и отправлять их в чат. Итак, сегментация, как я уже говорила, это метод формирования групп пользователей для персонализации предложений, чтобы пользователям было хорошо и компания тоже получила свою выгоду. Рекомендации – это персональное предложение для повышения бизнес-метрик и удовлетворенности клиентов. И, как я уже сегодня подсветила, задачу рекомендаций можно эффективно решать очень простыми эвристическими подходами или методами классического машинного обучения. Итак, вопросы в чатике не появились. Наверное, мы по пути на них на все ответили. Что ж, я, наверное, тогда могу закончить презентацию этой части. Я предлагаю сделать следующим образом. Если вдруг появятся вопросы на протяжении ближайших 5-10 минут, вы можете их задать Лене. Если нет, то вы можете просто написать в чат какие-нибудь свои впечатления, например, маленькую рефлексию. Это не финал нашего вебинара, мы лишь только находимся в середине, в зените, назовем это так. А пока что я хочу выйти перед вами с небольшим, но важным рассказом. Потому что сегодня мы все-таки на демо-занятии в рамках курса, а я бы хотел рассказать про процесс обучения Votus и непосредственно познакомить вас с самим курсом. Итак, курс «Рекомендательные системы» – это курс для DSML-специалистов, которые хотят углубить знания в области рекомендованных систем. Этот курс мы сегодня и представляем данным демо-занятием. После обучения на курсе вы можете уметь 6, мы выделили таких основных точек.
Это понимание концепции рекомендательных систем и их применение в проектах. Вы сможете работать с разными типами рекомендательных систем. Сможете узнать современные методы рекомендации, а также научиться с ними работать. Сможете внедрять персонализации, сможете внедрять эти самые персонализации, а также сегментировать пользователей. Научитесь разбираться в метриках качества рекомендаций и проводить A/B-тесты. Ну и, конечно, получите навыки внедрения рекомендательных систем на практике. Подробно и глубоко на программе курса сейчас мы останавливаться не будем. Если вам интересно, вы можете перейти по ссылочке или просто зайти к нам на сайт, найти этот курс и внимательно изучить его программу. Но вкратце основные 6 тем, которые будут вас преследовать на протяжении курса, это начало от классического ML к персонализации, далее классические методы рекомендации, контентные и гибридные методы рекомендаций, современные методы рекомендации, рекомендательные системы и продакшн, а также проектная работа, без которой ни один курс, ну, естественно, не обходится. Помимо Елены, которая нам сегодня презентует свое демо-занятие, вы сможете познакомиться на курсе с руководителем курса Вероникой Ивановой, а также с преподавателями Сергеем Бажминым и Александром Бруляко. Эти люди ответственны за ваши дальнейшие знания, которые вы будете получать непосредственно на курсе. И наши специалисты подобрались великолепно. Ну, как говорится, на подбор каждый из них. Вот такие преподаватели будут вас сопровождать на самом курсе. Ну, а процесс обучения выглядит как 6 основных шагов. Это обучение в живом формате. Мы сегодня как раз для этого и делаем данное демо-занятие, чтобы получить этот пример. Это вечером, как правило, по вечерам, живой формат в режиме онлайн. Все, что вы получите в качестве материалов, записи, занятий или каких-то выводов, все это сохраняется с вами навсегда в личном кабинете. Мало ли вы захотите вернуться к какой-то теме, вдруг что-то в дальнейшей работе всплывет, что вы изучали в рамках курса, вы всегда можете вернуться к этим знаниям. Естественно, по каждой домашке будет фидбэк от преподавателя. Естественно, у вас будет чатик, в рамках которого вы можете задать вопросы, если что-то будет непонятно. А с курса у нас выходят только люди, которым все стало кристально ясно. Мы примерно посчитали среднее время на обучение и получили такие результаты. Где-то от 4 и более академических часов на занятия и где-то 4-8 часов на домашнюю работу в неделю. Цифры примерные, больше ориентируемся на то, как сильно вы загружены помимо обучения на курсе. Ну и, конечно, IT-индустрия – это та индустрия, в которой постоянно все быстро меняется. Поэтому, конечно, и на нашем курсе тоже постоянно приходит обновление. С каждым курсом появляется что-то новое и отмирает что-то уже малоактуальное. 31 октября мы ждем вас на курсе «Рекомендательные системы». Курс продлится 3 месяца. Прямо сейчас у вас на экране QR-код. Отсканировав, сохранив, сфотографировав который, вы сможете перейти непосредственно на подробную программу курса, изучить ее для того, чтобы, возможно, сделать окончательный выбор в сторону курса «Рекомендательные системы». 31 октября на 3 месяца приглашаем абсолютно всех. И хочется сразу отдать вам одну классную скидку. 10% – это скидка, которая действует на все курсы октября. У нас в этом октябре запускается множество курсов, и самое главное, эта скидка суммируется с другими предложениями по скидкам на курсе. Поэтому, еще раз подсвечиваю, 10% скидка на все курсы октября уже активно и действует, но недолго, до 20 октября. Я думаю, вам этого времени хватит для того, чтобы принять, ну, как мне кажется, положительное решение. Ну а мы пока переходим к методам сегментации на практике. Практическую часть Лена уже готова вам представить. Лен, прошу. Готова. Снова готова принять бразды правления в свои лапки. Итак, на практике я хочу подсветить Python-ноутбучек, демонстрирующий простое решение двух задач, о которых я сегодня говорила. Поставьте, пожалуйста, лайки, если ноутбучек видно. Это замечательно. Какие две задачи я хочу сейчас подсветить? Ну, первое, очевидно, рафоманализ. Это очень просто и, наверное, даже по фану. И второе, лукалайк.
моделирования в контексте решающего дерева для решения задачи сегментации. Как, наверное, уже многие приняли за традицию, данные берутся с платформы Kaggle. Я вот решила взять датасет, который содержит данные о транзакциях по клиентам в каком-то интернет-магазине. Конечно, я не буду подробно останавливаться на всяких библиотеках, функциях, которые я писала для того, чтобы было удобно увидеть данные. Сосредоточимся на содержательной части, а именно она начинается вот в этой ячейке, которая сейчас видна. Здесь я читаю CSV-файл, в котором лежат данные, и можно увидеть, что же это за данные такие. В данном случае у нас 125 тысяч строк и три колонки. В первой колонке у нас содержатся ID-шники пользователей. Было бы странно, если бы не было информации о людях, которые совершают покупки. Transdate – это, собственно, дата, когда была совершена покупка. И Transamount – собственно, на какую цену эта покупка была совершена. Мы видим, например, что первый пользователь 11 февраля 2013 года что-то купил на 35 условных единиц. И если вспоминать ту теорию, которую мы подсветили про RFM-анализ, все необходимые данные есть. То есть это дата транзакции и сумма. На основе этих данных мы, значит, можем посчитать частоту, то есть как часто совершались транзакции. Конечно, мы можем видеть, как давно совершилась последняя транзакция по сравнению, например, с сегодня, и на какую сумму обычно пользователи совершают свои покупки. А данные у нас на самом деле древние, вот, но я предлагаю не особо расстраиваться из-за этого с 11 по 15 год. Данные я ограничиваю тоже, чтобы это работало побыстрее, решила взять только за 365 дней, и получается, что по каждому пользователю я еще в отдельную колонку Days from Last Transaction посчитала, сколько дней назад была совершена последняя транзакция. Ну, в предположении, что сегодня, например, 1 апреля 2015 года. Конечно, можно задать любую дату, здесь ограничений никаких нет. Дальше я создаю необходимые данные в таком формате, чтобы можно было напрямую перейти к RFM-анализу. Итак, recency, частота, давность, насколько давно была совершена последняя транзакция, записана в колонку Days from Last Transaction. Вот здесь, вот в колонке Customer ID, потом я это переименую во frequency, лежит частота, и в колонке Transamount лежит суммированное количество, вернее, вся сумма рублей, потраченных на покупки каждым пользователем. По каждому пользователю у нас будет одна строка с тремя показателями. Обратите внимание, если сначала данные были не агрегированы 125 тысяч, то сейчас данные агрегированные по пользователям – это 67-63, почти 7 тысяч. Хорошо, данные практически собраны, можно переименовать в нужные колонки и немного повизуализировать. Визуализация – это на самом деле классная вещь. Призываю всех по возможности визуализировать свои данные, потому что это наглядно, это легко понять и очень часто помогает отловить ошибки. Но здесь я знала, с какими данными работала, знала, что у них хорошее распределение, но как бы это ни оправдание, я все равно нарисовала распределение всех переменных, которые здесь есть, и убедилась, что никаких здесь особых проблем нет. Все распределено красиво, преобразование навешивать не нужно, можно просто взять и проводить RFM-анализ. Очень просто это делается. Вот в этих трех строчках присваиваются баллы по квантилям. Что это значит? Это значит, что, например, каждую колонку recency я разбиваю на три группы одинакового количества пользователей. То есть все вот это вот распределение синей recency я бью на три группы
одинаковой емкости. И на основе этого разбиения по квантилям, по каждому пользователю, я присваиваю значение 2-2-2, 2-1-1, 2-2-2, 3-3-3. Как раз та самая сегментация, которую я на слайде ранее в теории уже подсвечивала. Все это очень просто, как вы можете видеть. Содержательного здесь буквально 3-4 строчки. Все, что сделано до этого, это предварительный анализ данных и классическая часть, которая, в принципе, встречается всегда. Вот. Данные собрали, можно еще раз визуализировать, посмотреть, например, из кого состоит наша база клиентов. И в данном случае можно увидеть, например, что 15% и 13% – это представители сегментов 3-3-3 и представители сегментов 1-1-1. А если еще немного вспомнить теорию, то сегмент 1-1-1 отвечает за самых активных, самых дорогих денежных прибыльных клиентов, а сегмент 3-3-3-3 отвечает за самых неактивных, скучных и мало обеспеченных в контексте нашего бизнеса пользователей. Довольно частная ситуация в бизнесе, но может у вас получиться и по-другому. И вот здесь я сейчас хочу просто по каждому из таких сегментов посмотреть количество попадающих туда клиентов, какое у них среднее значение по каждому из параметров Recency, Frequency, Monitor, медиану, минимум, максимум, в частности для сегмента 1.1.1 для самых дорогих. И видим, например, что в среднем тратят 523 условных единицы. Ну, во вселенной нашей задачи это очень много. Совершают примерно 7,4 покупок в год. Ну, возможно, это какой-то магазин брендовой одежды, потому что, ну, 7 покупок, наверное, в LaModa за год. Это не так много. И на основе вот этих данных мы уже формируем какой-то отчет бизнесу, отдаем, и коллеги выстраивают стратегию взаимодействия с клиентами. Аналогично можно посмотреть по сегменту 3.3.3 и по всем другим сегментам, с которыми вам интересно работать. На основе диаграммы также можете выявить проблемные зоны, потому что пограничные сегменты, которые два, вот они, их тоже очень много. А это значит, что с ними нужно работать, запускать стратегии удержания. Честно скажу, наверное, вот на таком моменте первые задачи разработчика заканчиваются, потому что он дается отчет бизнес-заказчику, и стратегия взаимодействия формируется уже не на нашей стороне. Мы, как разработчики, здесь используемся только как технические рабочие ручки, вот. Ну и потом, конечно, к нам приходят с фидбэком, просят провести дополнительную аналитику, проверить какие-то гипотезы. Ну и здесь уже на сцену выходит АБ-тестирование, о котором мы тоже поговорим в нашем курсе. Про RFM-анализ закончили. Дальше про lookalike моделирование очень коротко, потому что подробности и классные методы решения для оптимизации, ускорения, повышения качества тоже будут подсвечены на наших занятиях. Я со своей стороны постараюсь дать максимальное погружение в качественное моделирование в классическом машинном обучении, потому что качественное машинное обучение, оно не уступает глубокому обучению, например, на табличных данных. И с ним, если качественно работать, то все будет круто. Итак, lookalike моделирование. На примере задачи оттока для какого-то рандомного банка. Тоже данные я взяла с платформы Kaggle. При желании можно их оттуда скачать. Какую задачу будем решать? Есть множество клиентов банка.
И в прошлом кто-то оставался нашим клиентом, а кто-то отсекал, переставал быть нашим клиентом. И находясь сегодня, мы хотим узнать, а какой-то вот, кто из клиентов сейчас, которые являются нашей активной базой, в каком-то горизонте уйдут из нашего банка. То есть, находясь сейчас, пытаемся предсказать склонность клиента к оттоку. Значит, нолик – это клиент неотточный, единичка – клиент отточный. Если вспоминать формальную постановку задачи, которая тоже была на слайде, нолики и единички там также присутствовали. Здесь качество модели будем мерить по метрике ROC-AUG. Классная, но немного сложная для интерпретации метрика. Спойлер, расскажу об этом на занятиях. Загружаем данные. Здесь, наверное, ничего интересного. Как выглядит наш датасет? По каждому клиенту мы имеем какое-то множество признаков. Есть фамилия, есть кредитный скор, география, француз, он испанец, может быть, кто-то еще, пол, мужчина или женщина, возраст, тогда я забыла, сколько лет человек является клиентом банка, баланс на счете, сколько продуктов, наличие кредитной карты, флаг активности, его зарплата, очень важно, и excited флаг того, течет он или нет. И, собственно, мы разбиваем все наши данные на два блока. Это признаки и таргет, то есть то, что мы хотим определить. В данном случае признаки – это кредит скор, до estimated salary. Все, кроме последней колонки. И таргет – это, собственно, excited. Как я уже говорила, картинки рисовать нужно, чтобы увидеть, есть ли в данных проблемы. Здесь данные уже предварительно очищены, все средние соблюдены. Вот здесь мы только видим, что у немцев у нас зарплата... Да, почему-то у немцев медианная зарплата выше, чем у французов и испанцев. Ну, возможно, в этом есть доля правды, но мы об этом не узнаем, не сможем побыть немцами. Вот картинки, которые помогают представить, как у нас выглядят данные. И дальше запускается магия машинного обучения. Определенные этапы, которые всегда нужно соблюсти, если мы работаем, ну, например, с линейными моделями, которые будут требовать нормализации признаков, или с деревянными моделями. Сегодня у нас модель деревянная, а именно решающее дерево, значит, признаки можно не нормализовать. Но их нужно закодировать, потому что деревья не умеют понимать Францию, Испанию, Германию. Им лучше передать все вот в формате флажочков, что, например, мы Францию, Испанию, Германию разбиваем на три колонки, на две, вернее. Вот. Если в Испании стоит true, ну, значит, он испанец. А если в Германии и Испании стоит false, значит, он... Какая у нас там страна? Франция. Значит, он француз. Ну, такая вот машинно-обученческая мишура. Дальше мы переходим к классическому этапу сэмплирования. Если вы уже знакомы с машинным обучением, вы знаете, что это такое. А если нет, то я расскажу. Это значит, что нам нужно разбить данные на выборки, те, на которых мы учимся, запоминаем паттерны поведения, на которых запускаются все алгоритмы, подборы весов, тюнинг, производные, градиентные спуски и тестовая выборка, на которой мы, собственно, будем проверять качество нашей модели. После разбиения, сэмплирования на выборке я пишу какие-то функции, которые помогут мне оценить качество, и запускаю алгоритм решающего дерева. Про решающее дерево, насколько вы помните, я упомянула в теории.
там были вот эти вот разветвления, веточки на покупку, да или нет. И там было что-то про возраст и доход нашего пользователя. И, собственно, вот это вот Decision Tree Classifier внутри себя и содержит алгоритм, который позволяет построить такое дерево на всех имеющихся у нас данных. Запускается все очень просто, стандартно. Разрешаю вот это потом брать, копипастить и использовать у себя на практике. Алгоритм поиска содержится вот, алгоритм обучения заключается вот как раз вот в этой ячейке. Работает он 55 секунд, я это запускать сейчас не буду для экономии времени. Но после того, как здесь все отработает, мы сможем посмотреть, насколько качественно алгоритм отработал. На рукоук смотреть не будем, F1 тоже. Precision. Что это за метрика? Она говорит, например, что из тех, кого мы предсказали точными, реально точными является такой-то процент. То есть мы с вами угадали примерно 74. Хорошо это или нет? Нужно проводить анализ. Обычно в таких случаях строят какую-то рандомную модель, где каждому пользователю случайно говорят, оттечет он или не оттечет. И метрика там получается сильно ниже, и вы можете сказать, насколько выше качество вашей модели по сравнению с рандомным предсказанием. А здесь я сразу скажу, что качество не топовое, такое средненькое. Метрику Precision Recall F1 на рукоук нужно максимизировать, но нужно быть аккуратными. Если получается единицу, то что-то не так. Что-то не так, скорее всего, мы допустили ошибку или переобучились. Про переобучение и как этого избежать, также я буду рассказывать на наших занятиях. И еще, я когда говорила про решающее дерево, я говорила о том, что оно интерпретируемое, и можно для любого случая построить такое дерево, на основе которого можно почитать, а как же, какие признаки привели к какому решению. Это я покажу. Для начала просто важность фичей, что это такое. Каждая моделька может сказать, принимая решение о том, что клиент оттечет или не оттечет, оттечет или не оттечет, на основе каких признаков она принимала это решение. То есть здесь оказывается, что age, возраст клиента, является наиболее важным для принятия решения о том, оттечет клиент или не оттечет. Ну и также количество продуктов. Ну, наверное, мы со своей обывательской точки зрения можем сказать, что если у клиента в банке много продуктов, а значит, он активный, постоянно что-то себе в пакет докидывает, ну, в общем, интересуется нашим банком, скорее всего, он не оттечет, потому что он знает, как этим пользоваться и находится в активной базе. Вот. Ну и дальше признаки, которые имеют чуть меньшую важность, это баланс из Active Member. Ну, кстати, знаете, не настолько важно, почему-то оказалось флаг активности. Наверное, у этого есть причина. Таким образом, да, можно сортировать признаки по важности и сказать, на основе чего модель приняла свое решение. Это не идеальный способ определения важности фичей. Я лично рекомендую использовать еще SHAP Importance. Но, как видите, здесь я его тоже не рисую, оставляю интригу до наших занятий. Осталась только отрисовка самого дерева, которая нарисует нам вот такую картинку. Картинка, наверное, сейчас не видна, да? Сейчас я сменю экран. А вот теперь видно. Вот, как видите, наше дерево в этом случае отрисовалось таким страшным образом.
из раз, два, три, четыре, из пяти внутренних этажей. И в каждом узле можно посмотреть, по какому признаку произошло ветвление. То есть на самом верху наша модель решила, что если возраст меньше 41,5 годиков, то мы идем налево, если больше, то идем направо. И сейчас мы можем вспомнить, что в топ признаков как раз возраст и попал. Дальше для тех, кому меньше 40 лет, идет ответвление по количеству продуктов, дальше по балансу, дальше по зарплате и так далее. И оказывается, что если у вас возраст меньше 41 года, то практически во всех случаях класс у вас будет проставлен state. То есть то, что вы не уйдете, скорее всего, в отток. И вероятность того, что вы уйдете в отток, максимальная, ну вот она вся сосредоточена, скорее всего, в правой ветке, там, где возраст повыше. Здесь, конечно, еще нужно смотреть, сколько объектов попало в каждый листик. Ну вот в левой ветке, как видите, только два листика отвечают за отток. И на основе вот такого вот дерева, в данном случае очень объемного, можно понять, на основе чего клиенты уходят в отток. И уже отсюда формировать вместе с бизнесом какую-то маркетинговую стратегию. Например, запускаемся на тех, у кого возраст меньше 40, у кого количество продуктов, ну, здесь, наверное, больше, чем 2,5, чтобы попасть вот в эту веточку. Они склонны к оттоку, значит, с ними нужно больше работать. Вот так работает look-alike подход с точки зрения машинного обучения. Покрыли с вами сейчас только самое-самое начало самых-самых простых подходов, упустив большое количество важных вещей. Метрик, интерпретации, оптимизации. Но для того мы с вами будем встречаться в течение первого модуля, чтобы покрыть все белые пятна и прокачаться как топовые специалисты. Все, на этом, наверное, моя речь мотивационная и образовательная закончена. Готова, наверное, отдать свои бразды правления в другие надежные руки. Я уже здесь эти руки предоставляю. Так, я хочу сделать следующее. Пока я сейчас буду дарить вам подарок, я попрошу всех, кто остался с нами до финала нашего вебинара, написать слова благодарности Елене за сегодняшнее демо-занятие. Поэтому пишите, ей будет приятно. А я пока что хочу перейти к напоминанию, а потом к подарку. И как раз к спецпредложению. У нас сегодня оно особенное, об этом сейчас расскажу. Итак, еще раз напомню, курс рекомендательной системы. Стартуем 30 октября, длимся 3 месяца, ждем абсолютно всех, QR-код, для того, чтобы перейти и внимательно изучить все данные по поводу курса рекомендательных систем. Ну а теперь подарок. 10% – это скидка на все курсы октября до 20 октября. То есть 3 дня она еще будет действовать. И эта скидка суммируется. Мы вообще очень редко так делаем, но эта скидка суммируется с промокодом, который я дарю вам – REXIS1710. Эта скидка 5%, и действует она не только на рекомендательные системы, а на любой курс до 18 октября включительно. То есть у вас есть сутки, чтобы подумать и объединить две скидки, в итоге получив 15%. По-моему, классное предложение, плюс ко всему еще плюс налоговый вычет, плюс 5%, плюс 10%. Итого, ну, курс вам уже выйдет, ну, минимум, если я правильно помню, налоговый вычет, чуть ли не в 25-30% скидки. По-моему, очень хорошее решение. Вот такое осеннее предложение мы приготовили для вас.
Скидка 5%, REXIS1710, это промокод, который вы можете ввести на любой курс до 18 октября включительно. И еще раз напомню, 10% уже действует, скидка на все курсы октября до 20 октября. Ну и, конечно же, напомню о том, что можно и нужно заполнить опрос о мероприятии. Вы можете проще всего найти его по ссылочке в чатике. Это первое сообщение. Перейдя по нему, там вы найдете опрос о нашем мероприятии. Можете кликнуть, и пару галочек буквально нужно будет проставить. Это просто мы хотим всегда получать хорошую ответную связь, обратную связь от вас, и всегда следовать ей, чтобы становиться с каждым днем все лучше и лучше. Алексей спрашивает, ссылка на ноутбук будет? Елена, наверное, это к тебе вопрос по поводу ноутбука. Да, будет. Я на самом деле даже в чатик приложила, поэтому все, кто сейчас на занятии находится, может по ссылочке пройти, убедиться, что доступ есть. Я даже вместе со всеми пройду по этой ссылочке, и я доступ вижу. Ну, да, это прекрасно. Доступно. Чудесно. Итак, копируйте ссылочку, забирайте доступ, не забывайте про скидку, я еще раз о ней напомню, REXIS1710, сутки будет длиться эта скидочка, 5% на любой курс действует сутки, и она прибавится к 10% скидке на курсы октября. У нас запускается множество курсов, поэтому точно есть из чего выбрать. Ну, а прямо сейчас, под финал, наверное, если есть какое-то слово, Елена, если есть чем закончить, может быть, позвать на курс, может быть, просто поблагодарить всех, пару слов от тебя, и мы завершаем. Да, я хочу сказать спасибо всем, кто присутствовал сегодня на семинаре, нашему ведущему, аплодисменты. Нашим слушателям тоже большое спасибо, потому что были вопросы, а значит, что это заинтересованность. Сама лично ожидаю вас на своем курсе, потому что я читать лекции люблю, делиться знаниями люблю, и тем более, если мы с вами сегодня на уроке виделись, будет очень душевно и тепло встретиться с вами еще раз на занятии. Вот, расскажу вам случаи из практики, расскажу более сложные подходы, ну и, конечно, своих коллег-преподавателей я тоже рекламирую, потому что все из них это высококлассные специалисты, с многими я из них пересекалась, и экспертизу их было бы очень полезно перенять к себе в копилку. Поэтому с лучшими напутствиями я завершаю свою часть этого открытого урока и жду на занятиях. Спасибо большое. Приходите к нам на курсы, в том числе на наш курс, в рамках которого сегодня было демо-занятие, рекомендательные системы. Про скидки больше напоминать не буду, я надеюсь, вы их заполнили. Владимир спрашивает про презентацию. Ссылка на презентацию придет на почту, по которой вы регистрировались на данное демо-занятие. Ну, а в остальном увидимся с вами либо на курсе, либо на других демо-уроках или открытых вебинарах от Otus. В любом случае, будем вам рады и говорим вам спасибо большое. Меня зовут Денис Козлов, и я говорю вам всем пока-пока. Пока-пока.